Угадай, кто? Приключения Вуди и его друзей. Жилищный рэкет. Никого, я один на белом свете. Эй, что это значит, парни? Да чего же распустились эти самолеты? О! О! С меня хватит! У меня появилась идея! Надо поселиться в маленьком уютном домике. О, кресло-качалка, я иду к тебе. Привет! Привет, братишка! Пожми крыло своему новому товарищу по комнате, я приму ванну, а потом мы будем обедать. Наверное, он пытается мне что-то сказать. Что бы ты ни хотел мне сказать, ты скажешь мне это позже, а теперь иди играй. Дятел? В твоем домике? Он выставил тебя за дверь? Нет, нет, не надо волноваться. Успокойся, я с ним разберусь. Ну вот, так всегда. Что бы ты ни продавал, парень, мне это ни к чему. Дятел, не могли бы вы поговорить? Я же сказал, что ничего не собираюсь покупать. Что за приставала? Слушай меня внимательно, Остроклёвый. Этот дом принадлежит мне. Я даю тебе 5 секунд на то, чтобы ты убрался отсюда. 3, 4, 5. Ты сам напросился, дятел, и теперь тебе не сдобровать. А ну-ка, открывай! Открывай, я тебе говорю! Динамит. Thank you.
Наконец-то он получил по заслугам. Теперь я смогу посидеть в мире и покое. Всех сражений не выиграть, видите ли. Ой! О! О! Конец.